Мир не без добрых людей. Сегодня это доказал наш земляк, казахский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта Даулет Турлыханов. Им была организована помощь жителям Восточно-Казахстанской области в рамках республиканской акции «Бизбергемес». Подробности в видеоматериале. Благотворительный фонд «Бизбергемес» с помощью меценатов собрал 18 миллиардов 899 миллионов тенге для оказания помощи нуждающимся. 7 миллиардов 600 миллионов тенге были направлены в областные центры городов республиканского значения. Данная сумма была распределена среди малоимущих. 150 тысяч человек получили материальную поддержку. Даулет Булатович не остался в стороне и решил помочь своим землякам. В этот нелегкий момент заслуженный деятель Республики Казахстан, наш земляк Даулет Булатович Турлыханов, нашелся среди народа Восточного Казахстана и предложил руку помощи малоимущим семьям, социально уязвимым слоям населения. Колонна из 7 машин, груженных продуктами первой необходимости, такими как макароны, подсолнечное масло и рис, выехали каждая в своем направлении. Фуры направились сразу в несколько районов – Жарминский, Абайский, Тарбагатайский, Аягосский, Кокпиктинский и Урджарский районы. От всей души хотел бы поблагодарить нашего земляка, известного борца Даулета Булатовича, за его такую идею, сподвинутую к оказанию помощи своим землякам. Я хочу сказать большое ему спасибо. Мы все вместе. Пусть в нашей стране будет единство и спокойствие. Мы вместе. 80 тонн продовольственного груза будут переданы акимам перечисленных районов. В дальнейшем эти продукты будут розданы нуждающимся семьям. Напомним, данная акция является личной инициативой Даулета Турлыханова, решившим внести свой вклад в дело оказания помощи народу в это нелегкое время. Эльдар Рафиков, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».